Дата проведения всероссийской переписи населения, места, разрешенные для купания, статистика аварийности на дорогах. Об этом и многом другом смотрите в блоке коротких новостей. Постановлением правительства России установлены новые даты проведения всероссийской переписи населения. Она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Проводиться перепись будет с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров, оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Итоги переписи подведут в октябре 2021 года. Для поддержки кубанских предпринимателей по профильному нацпроекту в крае стартовала новая программа «Выращивание», которая проходит на базе инжинирингового центра. За поддержкой могут обратиться предприниматели, готовые расширить или модернизировать свое производство, повысить эффективность управления, расширить рынки сбыта, увеличить объемы продаж и стать поставщиками крупных заказчиков. Прием заявок от субъектов малого-среднего предпринимательства осуществляется Фондом развития бизнеса до 30 августа 2020 года. По электронной почте, которую вы сейчас видите на своих экранах. Количество участников программы ограничено. Полную информацию о программе можно узнать на сайте краевой администрации или номеру телефона 8 861 991 49 87. Лето – пора знойного солнца, отпусков, поездок на море, речку, озеро. Но вместе с этим купание, которое доставляет столько удовольствия, может быть очень опасно. Важно соблюдать правила поведения на воде и купаться только в специально подготовленных для этого местах. На территории района есть три разрешенных места для купания. Это центральный городской пляж, территория базы отдыха «Лебяжий берег» и пляж-кемпинг «Оазис». Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном. Пренебрежение правилами поведения на воде может привести к получению травмы или гибели. По итогам 6 месяцев текущего года на территории Славянского района было зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибло и 90 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами ДТП стали неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения, нарушение очередности проезда перекрестка неравнозначных дорог. Увеличилось число автоаварий с участием водителей мототранспорта – 12 ДТП, в которых 2 человека погибло и 13 получили ранения. С участием водителей автобусов зарегистрировано 4 аварии, в результате которых один человек погиб и четверо получили ранения. На 40% увеличилось количество ДТП с участием водителей, находившихся в нетрезвом состоянии – 7 аварий. В них пострадало 10 человек. С постоянно увеличивающимся потоком машин в связи с курортным сезоном сотрудники госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и быть предельно внимательными на дороге.